Пресвитерий, сегодня мы воспоминаем праздничное торжественное событие, которое произошло практически 17 столетий назад, в 326 году, после значительных побед императора Константина, когда он утвердился, что именно Господь своей силой, своей рукой, своей десницей помогает ему одержать победы. Благодарение сие он прекратил гонение на христианство и признал христианство как религию на государственном уровне. Это было впервые всем в этой новой эре после Рождества Христова. Он снарядил экспедицию со своей матерью Еленой, равноапостольной Еленой, с тем, чтобы найти место и крест, на котором был распят Иисус Христос.